Андрей Алексеевич, у меня появился очень сильный стук. Я понимаю, что ты скажешь, а при чем здесь я? Но ты менял мне стойку. 3 года я очередь ждал, когда ты мне стойку поставишь. И ты мне ее поставил. Не знаешь, что это такое? Вот я сейчас открыл капот. Не знаешь, что это вообще? Ну, что это такое вообще? Это все раскручено. Андрей Алексеевич, скажи мне честно, ты еблан? Еблан ты или кто ты вообще? Заднюю стойку менял, не прикрутил, переднюю поменял, не прикрутил. Давай тут проверим. Вот эту ты менял год назад, по-моему, да? Она держится. А что с этой стойкой случилось, блядь? Год назад, также перед отпуском, подтягивал головку, не затянул. Это вот этот коромысло, как оно называется. Мне пополам ее захерачило на газели. Сейчас поехал в отпуск, перед отпуском поменял стойку. Но скажи мне честно, скажи. Ты сказал, ты профессионал. Давай как бы вот, ну, уже называть. Андрей Алексеевич еблан, блядь. Ну, это что такое, скажи мне.